Всем привет, у нас сегодня будет субботняя игра с подписчиками, давайте стартовать. Присоединиться к игре. Пока что подписчики не появились. Бегаем сами. Осталось 7 минут. Так, бабка. Смотрите, молоток даже, похоже, не брали. А вот и он. Ах ты, йоу, на. Бабка не собирается нас прощать. Кстати, здесь спрятаться, смотрите. Я уже ушел. Вот такой вот прикол. Игра просто на риске. Сейчас отобьем доску. Останется кусачки примить. Смотрите, еще не все сделали. Раз. Кусачки. Не перекусили. Забирай быстрее молоток. Кстати, бабка может спуститься здесь же. Перекусили. Сейф уже открывали. Побежали с вами за крутилкой от колодца. Если капканы поставлены неудачно, не будем их даже трогать. Она, получается, сразу кого-то грохнула. Вот это уже надо быть осторожным. Лесси 3014. Дверь с прозрачными стеклами, это что такое? Да неужто это новинка, скорее всего, не прогрузилась. Ключ от игрового домика. У нас за бабку играет вряд ли подписчик. Подписчики начинают подтягиваться, смотрите. Дверь прозрачная. Скорее всего, это глюк. Пэдлок применили? Похоже, да. Применился. Быстрее бежим за отверткой. Я же ее видел. Сейчас все сделаем. Смотрите-ка. Никто, похоже, не знает, как отвертку применять. Так, Лесси уже в игре. Аккуратно, 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 аккуратно. Раз. Все, вход открыт. Бабка, возможно, не дремлет. Да, она здесь. И вряд ли пустит, смотрите. Ничего себе, она как настроена, на. Мы сейчас с вами возьмем Weapon Key, ее будем усыплять. У нас есть 3 выстрела. Дротики каждые 100 секунд возобновляются. Мне бы хотя бы один раз не промахнуться. Прикол, 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 где она? На. И выходим. $581. Особняк. Он стоит особняком. Смотрим бревно, оно уже есть. И сразу же берем. Мне кажется, я один проверил его. Уже ставим в печь. Но тут бабка стоит. Есть вероятность, что бабка свой человек. Ну, раз так красиво одета, скорее всего, свой. Ставим бревно. И проверяем сразу же ключи. Пэдлока нет. Спички сразу же нашел, ничего себе. И вот уже ключ от сейфа получен. За считанные секунды. Да, раз все бегут через бабку, значит, она свой человек. Медведь уже нашел ключ от сарайки. И мне кажется, бабка даже помогает. Ух ты, там какой-то ключик был. Что, они респауны поменяли? Кокос скидываю. Не получилось, смотрите, как мячик. На. Улетел. Так, а если в воду улетит? А, это ключ от оружия. Ну хорошо. И даже его дизайн поменяли, как я думаю. Кокос найден. Побежали его искать. У нас сегодня субботняя игра с подписчиками. И, кстати, где его скидывал? Вот, отсюда выкинул. А, уже получается разрез... Нет, вот он валяется. Что эти мы кокос просто нашли в воде, как будто бы в океане плавал. Из кокоса должен выпасть предохранитель. Да, так и есть. Предметы не поменяли. Но, похоже, новых респаунов добавили. Раз проводок уже стоит, мне осталось только поставить предохранитель, и выход будет открыт. А, на кнопку нажать. Выпрыгиваем из окна. Видите, насколько подписчик не подготовился. Я уже цвет кожи себе сменил и убрал наушники. Получили $1000, неплохо. Тучка, Дев, бабка.
Смотрите, прозрачные стекла. Это вообще глюк или нет? Где книга? Давайте проверим. Ничего тут нет. Молотка нет, то есть он был на кухне. Некоторые двери, похоже, не прогрузились. Молоток-то забрали. Бабка свой человек. Давайте посмотрим. Что-то добавилось новенького? Респауны, видите, поменяли. Ключ от сейфа никто не взял. Но почему двери с прозрачными стенками? Отвертка. Ее применяем, потом сразу бежим на открытый дворик. Пэдлок они сами должны взять. Все, побежал за пэдлоком. Ничего себе, он, смотрите, скин сменил. Прямо во время нашей сегодняшней игры. Сделал голубую кожу и наушники убрал. Вот ему бы еще мое лицо поставить. Сейчас я пэдлок принесу, его как раз таки не взяли. Но если человек бежит с отверткой, значит, что уже, возможно, открыт пэдлок кей. Он как раз за ним и пошел, видите, налево. Так, смотрим. Ах ты, а мастер кей почему не принесли? У кого-то же был молоток. Странно. То есть рукоятку от колодца даже не собирались нести, что ли? Нет, так даже ничего не применили. Кто-то не дождался? Вообще ничего. Главный ключ. Нам нужно ключом попасть четко на замочную скважину. Смотрите, бам. Все, применили. $568 всего. У нас сегодня с вами субботняя игра с подписчиками. Сегодня как раз суббота, начался учебный год. Школы вообще не было давно. Прошам бабка. Наша любимая школа. Смотрите, как атмосферно. Начался сентябрь, и мы с вами играем на карте школа. Но при этом мы с вами не учимся, а играем. Смотрим, будет ли в пожарном шкафу отмычка. Не оказалось. Тут тоже ничего не оказалось. Отмычку нашли. Лом тоже есть. Забираем. Лом кинул медведю. Сам пока что побежал применять отмычку. К первому шкафчику можно сразу идти к этому. Смотрите, бам. Открыли фьюз. Медведь сразу отстегивает. Или фердышки 0.7. Но такой аватар, он перекрывает все на пути. Атмосферная игра. Отвертка. Лесси несет кусачки. Надо планку скидывать. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь шестеренка. Не оказалось. Тогда за предохранителем побежали. Его прямо отсюда видно. Теперь нам надо с ним подняться на второй этаж. Потому что там есть специальная приборная панель с лифтом. Немножко похоже на монахиню первую. Часы без стрелок. В этой школе может быть бесконечная перемена. $1173, неплохо. Карта дом 1, бабка фердышки 0.7. Молоток на кухне. Отстегиваю доску. А может, кстати, выгоднее бежать через низ? Так, отвертку еще не находили. Вот, уже отстегиваем, видите? Да, лучше через низ бежать, быстрее намного. И я с рукояткой уже бегу доставать Playhouse ключ. Кстати, да, можете себе удобные имена придумать, как у вас будет ник отображаться в чате. И тогда вас будет легче называть, потому что вот подписчик с ником YTTGGGHH75 не назовешь.
Но не называйте моим ником, чтобы не было путаницы в чате. Нужно точно наводить на замочную скважину. Если вам дали 150 долларов, значит ключ применился. Пыдло, видите, никто не брал. Да нам как-то надо будет сыграть на скорость. Все. 64, почти 66. И в чате 6 сообщений. Играем на особняке. YTT GGHH75 бабка. 75-я бабка, ей, видимо, 75 лет. Бревно. Ну-ка, Лесси. Ну, развернулась, по крайней мере, посмотрела. Да, вы тоже смотрите всегда за бревном. Ух ты, это кто там такой? У меня свечка не отобразилась. Вот в чем прикол-то. Так это же наоборот плюс. Что что-то не прогружается. Спички были. Это самое быстрое получение сейф-ключа. Но возможно, кстати, давайте сразу проверим пэдлок-кей. Нету. Нам сегодня попался респаун, который уже был. Кокос забираем. Это какая-то жесть. Опять Дженикс бежит с проводком. У нас все повторяется, как и в предыдущей игре. И вот я поднимаюсь уже ставить предохранитель. Только мы сейчас все сделали быстрее. Вход открыт. Побежали направо. Нам давалось, скорее всего, 14 минут. Мы справились быстрее 2 минут. За минуту 46. 1066 долларов. Себе можно что-то купить. Давайте посмотрим. Магазин. У нас сколько вообще там денег? 90 тысяч. Может, что-то новое появилось? Маска. Маску не хочется одевать. Мне нравится вот такая атмосферная бабка настоящая. Костюм клоуна. Давайте купим. Прикольно будет. Ничего себе. Берем. Глаза. Ух ты, глаза кошачьи. Это жесть, как страшно. Забираем. Переходим в инвентарь. Инвентарь, смотрите. Платье клоуна ставим. И глаза кошки. Мрачно. Я не бабка. Интересно было бы на себя посмотреть со стороны. Кстати, а кто бабка, я так и не знаю. Мы играем на карте дома 3. Но по итогу она называется карта дом 2. Вепон. Кстати, он нужен в игре. Сейчас мы смотрите, что сами сделаем. Просто возвращаемся обратно. Кто-то уже применил пасхалку. Спички лежат, картина сейчас исчезнет. Нам нужно попасть обязательно в комнату на Носферату. Потому что там у него будет руль от лодки. Скорее всего, самое выгодное уезжать на лодке. Как раз таки, вот. Дженикс взял газолин Кен. Если кто-то уже нашел кусачки, то я шмальну. Все, ход открыт. Нам больше дробовик-то и не нужен. Только если бабка с ума не сойдет. Еще не нашли лом. Он находится у лодки. Очень часто. Так, а вот здесь звук нереалистичный. Мы как будто в металлических башмаках ходим. Кусачки. Просто так валяются. Провод даже не перекушен. Руль от лодки забираю. А ламяру еще нужно найти. Побежали налево.
Здесь все советуются, как будто бы что-то произошло. Supreme у нее написано. Можно подумать, что написано Слендрина. Так, пэдлок принесли. 75 принес пэдлок. Смотрим. Решетки поднялись. Теперь осталось найти свечу зажигания. И ключ от лодки. Да, вот и лом. Ну, кстати, смотрите, какой прикол есть. Если вам по пути попался лом, вы уже можете просто скинуть доски. Их уже скинули. Так, ладно, пусть проходят как хотят. А нам с вами нужно найти ключ от лодки. Свеча зажигания. Лесси ее взяла. Интересно, а где ключ от лодки находится? Может, в ванной? Ах, так он здесь, наверное. Нету. Сколько у нас будет сейчас патронов? 2. И? Они плюсуются или нет? Прикол, 5 уже. Так, бабка, не бить. Ключа от лодки нет. Но видите, Лесси тоже не открыла ничего. А, она даже еще не добежала. Свечу поставила, но ключ мы не нашли. Ух ты. Лесси нашла ключ. Вот так сокращайте. Видите, намного быстрее можно бежать. Просто лучше убегать через лодку, там больше дают денег. И заходим. 1600 долларов. Вы бабушка, вы проснетесь через одну секунду. Вот такая моя бабушка. Вау. Это, скорее всего, новый скин, я такой не помню. Я бы его уже тогда взял. Клоун с кошачьими глазами. Это просто мрак. Да, у нас стекла не прогрузились. Их и не должно было быть. Это баг. То есть у меня в сегодняшней субботней игре не прогрузилась Слендрина? На нее даже можно не смотреть. Ее не будет. И вот в некоторых дверях нет стекол. Или точнее, деревянных панелей. Это, скорее всего, единственная игра, в которой я вам покажу себя в виде бабки. Потому что мы сейчас не договорились драться с подписчиками. Вот еще, видите, дверь прозрачная. Кстати, очень удобно. Слендрину не падать. Держу Слендрину. Подождите, на кровать можно? Исчезла все равно. Есть книга, есть также мишка. И падаем просто вниз. На замочную скважину. И подписчики проходят игру. Смотрите, у меня свеча не видна. Да, тело свечи не видно еще. Вот что не прогрузилось. Зашел скиплорсик Майнкрафт. 75 бабка. Играем на особняке. Давайте это у нас будет последняя игра на сегодня. Бревна не оказалось. Побежали тогда на крыльцо. У него всего 3 респауна. На крыльце нет. И, кстати, это очень редко. Свечки, видите, без тела. Огонь горит из ничего. Бревно находилось у камина. Смотрим ключ от сарайки. Нашел. Это самый лучший респаун ключа от сарайки. Тут идти-то недолго. Лучше пробегайте через дом. Я считаю, что этот путь более короткий. Ничего себе, свечки просто без парафинового тела. Не прихлопнуло меня. Давайте сбегаем за спичками на самый верх. Потому что где им иначе быть? А, или Лесси уже несет ключик? Возможно, да. Шокер нашли. Ключ уже забирали, ну-ка, пэдлок находили. Похоже, да. А, все, вход открыт. Скорее всего, Лесси все открыла. Проходим спиной. 940 долларов. Давайте на этом видео закончим. Это у нас была субботняя игра с подписчиками. С вами был Топси. Всем пока.